Привет всем из сорничного Шарм-эш-Шейха. Правильно говорить не Эль-Шейха, а Эш-Шейха. На стол тот прекрасный день, когда я доснял некоторые композиции, прошел акклиматизацию и могу вам рассказать, как же все-таки сюда можно долететь в наши непростые времена. Непростые у нас времена, оказывается. Вот. Что нужно с собой взять, на какие нюансы обратить внимание и что нужно обязательно иметь в виду при путешествии сейчас в Египет. Для вылета вам необходимо иметь отрицательный тест с собой с QR-кодом и билет на самолет, который вылетает в 6 утра из Борисполя. Если вы летите чартером, то вес вашего багажа не должен превышать 20 кг, а в ручной клади 6 кг. Если у вас тур все включено, вам беспокоиться не о чем. Но если вы любите хороший алкоголь, побеспокойтесь о том, чтобы закупиться им вовремя в дьюти-фри в необходимом вам количестве. Не забудьте взять с собой также теплые вещи, потому что декабрь и январь – это самые холодные месяцы в Египте. И ходить здесь вечером будет в шортах совершенно некомфортно. Ну, еще, конечно, есть комары и другие всякие животные, типа мух. Поэтому планируйте свой гардероб разумно. И не забывайте, что кроме оружия в ручной клади зажигалки провозить нельзя. Если не хотите замерзнуть, не садитесь возле иллюминатора. К сожалению, в Египет летают очень древние чартеры. Как видите, даже у них мониторы ламповые. Не говоря уже, допустим, о качестве. Вот в салоне там какие-то что-то подклеено, а иллюминаторы замерзают, покрываются инеем. Одним словом, имейте это в виду. Через 4 часа вы прилетите в Египет, и те, кто сидел ближе к проходу, покинут, соответственно, самолет первыми. Первыми пройдут регистрацию и будут сидеть, ожидая вас возле трансфера, если он вас ждет. А если нет, то, конечно, есть смысл поторопиться. Процедура прохождения таможни длительная, сдача деклараций, очередя и так дальше. В общем, это все занимает приблизительно 2 часа. Пока вы уже с чемоданами не выйдете к трансферу. Интернет в египетских отелях всегда тормозной, поэтому рекомендую купить на выходе из аэропорта Vodafone. За $23 вы получите 48 гигабайт. Но это дутые гигабайты, по факту их будет у вас 24. Расходовать вы будете приблизительно 1 гиг в день. Соответственно, на 28 дней или на 1 месяц вам этого пакета может хватить. Скорость, как вы видите, достаточно хорошая уже после подключения, а со временем она становится еще лучше и доходит там до 40-50 мегабит. Джаз Бельведер представляет собой 5-звездочный отель, построенный 3 года тому назад, с дерьмовым интернетом и посредственной кухней. Справа от входа находится магазин ширпотреба, в котором можно за $5 купить пачку сигарет или за $3 литровую бутылку колы. Справа на ресепшене вы заполните формуляр, в котором укажете свой email и свое имя. И потом каждый раз, когда будете подключаться к местной сети Wi-Fi, будете вводить эти данные и номер своей комнаты. Здесь же вам выдадут электронный ключ и браслетик на руку, который вы не сможете снять до окончания пребывания в отеле. Соответственно, проследите, чтобы он болтался свободно и вам было комфортно с ним. Архитектура отеля выполнена в восточном стиле. Все сделано качественно, надежно и монументально. Осталось открыть последнюю разделяющую вас и море дверь и посмотреть глазами, уставшими, как моя интонация, на картину, ради которой все это затеяли.
размер стандартного номера от Jet Belvedere. Значит, справа у нас находится санузел. Санузел комплектуется вот такими вот шняшками. Душек. Достаточно все. Новое, отремонтированное. Шкафчик. И все необходимое. Дальше. Есть односпальная кровать, есть двухспальные кровати. Выглядит это все вот таким вот образом. Вода бесплатна. Виды разные с балкона бывают. Балкон достаточно большой. В общем, комната выглядит вот таким вот образом. Есть номера также вот с таким вот видом. В частности, у меня такой номер. И вот с такими вот огромными потолками. Тут 4.5 метра, если не 5. Замок в номере электронный, свет в номере есть только в вашем присутствии. Поэтому настоятельно рекомендую взять с собой удлинитель, чтобы не испытывать проблем.